Саша, их подкармливать-то можно? Понял. Видишь, говорят, нельзя тебя подкармливать. Поэтому тщетны все усилия. Ты не ешь. Ты вообще тебя нельзя подкармливать. Так сказали. Не смотри на меня так. Ну нельзя тебе, понимаешь, если тебе дам, смотри, меня выгонят, тебя накажут. Ну куда? Ну нельзя, понимаешь? Ну... Я себя чувствую не с этой тарелки. Только внимание. Отбил меня от рыжего кота. Здесь лучше не есть. Как-то неудобно себя чувствовать. Ты мой сладкий. Ты мой хороший. Скажи, сюда есть что ли пришли? Да, скажи вообще. Такие глазики. А ты знаешь, что их можно брать домой? В смысле, брать домой? Ну, их можно забрать. Усыновить. Домой? Да, домой. Укатить. Да. Мордочка такая симпатичная, миловидная. Все, то, что не интересно. Еду убрал, да, еды не дал. Весь труд пошел прахом. Потому что я пошел гулять. Да, еще и поссорился. Ну, ничего.